Вдова Алексея Навального Юлия Навальная приедет в Осло 3 июня на церемонию награждения, которую проводит организация Freedom Forum, пишет норвежская газета Aftenposten. По ее информации, награду будет вручать Танеле Масеко, вдова правозащитника из Эсватини Тулани Масеко, убитого в 2023 году. То, что две супруги правозащитников, погибших в результате своей деятельности, приезжают в Осло для вручения и получения награды, имеет большое символическое значение, приводит Aftenposten слова главы городского совета Осло Эрика Лая Сульберга. Алексей Навальный был видным российским оппозиционным политиком, особенно известным расследованиями коррупции в высших эшелонах власти страны. 16 февраля 2024 года российские власти сообщили о смерти политика в колонии в заполярном поселке Харп. Как сообщили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Навальному стало плохо во время прогулки по тюремному двору. По словам ведомства, он потерял сознание и ему была оказана медицинская помощь. Юлия Навальная заявила, что собирается продолжить дело мужа. Смерть Алексея Навального оплакивали во всем мире, в том числе в Киркенессе на севере Норвегии.